Привет, Верхнекамье! Жители Александровска предупреждают. 3 ноября в систему теплоснабжения добавлен краситель уранин. Разбор воды из системы категорически запрещен. Уранин – это кислотно-зеленая вода из крана. Его заливают трубы для проверки отопительных систем в домах, чтобы выявить, какие нуждаются в ремонте. Такую воду пить и использовать в быту не стоит. Краситель для человека безопасен, но если уранин попал в ваш кран, значит, из него течет техническая вода. А она не безвредна. Ассоциация муниципальных образований «Союз» приехала в Горнозаводск, чтобы осмотреть социальные объекты города, такие как школа номер 1 и 3, плавательный бассейн «Юность», новые тротуары. Был поднят вопрос об организации вывоза ТБО. Программа «Комфортный край» – прекрасная возможность в решении проблем ремонта тротуаров, наружного освещения, школьных дворов, учреждений культуры и благоустройства клубов. Муниципальных средств на эти цели не хватает. Обустройство площадок планируется включить в региональную программу. Молодежь Соликамска приняла участие в проектировании новой территории для отдыха «Свободы Соливаров». Самая активная молодежь города включилась в процесс создания архитектурных решений по благоустройству набережной реки Боровая. Идеи ребят будут использованы для доработки проекта, который примет участие в 2024 году во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С ребятами работали специалисты из Екатеринбурга во главе с главным архитектором проекта Кириллом Исаевым. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовили Виктория Пеннер и Даниил Буторин.